И всем привет, с вами кошка Мультиплеер и пчелка, которая тут ест цветок. Ну ладно, мы не об этом. Я накопила с помощью нового обновления тут X2 Focus и Slime. Она делает X2 Cell, то есть если вы продаете мед, вот смотрите, я вот съем мед, у меня 2 миллиона в сумке, и продаю мне больше на X2. Вот, и получается, когда папа в последние дни не играл в эту пчелку, я просто за день сделала 700 миллиардов, а потом еще 500 добавил сейчас. Вот, и может, я не знаю, достать с папой или прям купить, не знаю. Я не знаю, я хочу купить. Итак, покупаем! И новая локация у нас, это такая айскрем. Тут вы берете квесты у свиней или кошек, не знаю. Я просто не различаю их, потому что у них такие дырки, как у свиней. Тут есть вафелька, морожка, ну и так далее. Тут есть награда сундук, он дает, очень много. Тут шоколадный фонтан и все такое. Тут вы берете квесты. 97 миллиардов, вы посмотрите. Это еще больше. А следующая локация такая вот. Тут вы берете квесты у домиков, как вы видите. И там сундук, не знаю, сколько он дает. А эта локация стоит 80 триллиардов. Ну, это еще больше, чем миллиарды, но надеюсь, что тут будет легче. Фармите, потому что тут есть слизи. Еще больше миллиардов. Тут вообще, возможно, вообще... Фестивальная машина. Хотите ли вы сделать это? Ладно, давайте. А что? Ладно. Мы убираем фрукт слизь. Это на каком-то, не знаю, штуке какой-то. А сейчас мы скоро получим слизь какую-то другую. А розовая кошечка. Похоже на свинку. Ну ладно. Сколько, сколько? Это так много. Ладно, начнем с этих цветочков. Как вы видите, я уже тут очень мало ем. Потому что у меня всего лишь прокачано на мало. Сейчас я попробую апгрейдиться. Не знаю, штангу или сумку. Ну, у меня уже огромная сумка. Омега бистую сумка, если вы не знаете. И прокачиваем. Еще немножечко осталось, и мы накопим. Так. Давайте есть цветок. Надеюсь, что он скоро будет. Опа. Это что? У меня появилась какая-то слизь? Нет. Ну, когда вы ешьте цветок, там долго или недолго, у вас появляется такой взрывик, он минус, сколько-то в цветок минус делает. То есть вам не придется долго ждать, пока вы съешьте этот цветок. Если посмотреть и прицепить к торту в виде утконоса, Это будет утконос. Если она даже будет бирюзовая, тогда это будет точно утконос. Вот. Эта мороженка стоит в честь. Кто-то сделал 1000 фейерверков. Этот капкейк из-за того, что там стоял гном, который торговал мороженкой. И туда поставили мороженка гнома, в виде гнома. Вот такие вот скинчики, то есть раритетные, тут нету комонки, а тут еще есть новые. То есть смотрите, сначала была раритетный и эпик, и легендарный. Потом появилась в новой кассе в вулкане вот такое мистическое, а здесь у нас Симблями. Сколько? Столько стоит? Ладно, придется купить. Я покупаю. О, это как у папы.
Раритетную пчелочку. Ну, классненькая, как у папы, только не неоновая. Вау, у кого-то такая пчела. Ну, я на самом деле хочу такую. И все. Да. Зря потратив свои миллиарды на эту пчелу, лучше экипирую свою любимую пчелочку, прокачаю ее. А потом сколько? Стрелят. Ладно, прокачаю эту и эту вулканическую. Эй, стой, а где та пчелочка? Вот. Тебя мы тоже прокачаем. Ай, за миллион. За миллиард? 5 миллиардов? Ладно, запущу. Почему это так дешево стоит? Стана как-то. Спит X20. Ну ладно, купил. Слишком такая пчелочка красивая. И, по-моему, она стала еще меньше. Ну ладно. Пусть такая будет. Она подходит под цвет этих красивых деревьев. Ну, можно ее копировать там, потому что такая красивая. Вот мы тут не было заборка, и я сейчас как и залетела туда. Наверное, на этом хорошем моменте мы закончим. С вами был мультик Плеер Кошка, и всем пока-пока!